Nokia E52.1. Замена слухового динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Nokia E52.1 «Разбор». Динамик выходит из строя или работает некорректно, чаще всего из-за повреждений мембраны мусором, который попадает через выходное отверстие динамика. Динамик находится в верхней части рамки. Пальцами извлекаем динамик из рамки. Новый динамик пальцами устанавливаем на место старого и аккуратно надавливаем на него пальцами до срабатывания фиксаторов. Все, слуховой динамик заменен.